Сегодня день памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами Родины. Ровно 34 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана. В своем обращении к воинам-интернационалистам глава региона Махмуд Али Калиматов отметил: «Светлая память о тех, кто так и не вернулся, всегда будет жить в наших сердцах. Мы с искренним уважением относимся к ветеранам, которые сквозь суровые испытания прошли Афганистан, участвовали в боевых действиях в других горячих точках за пределами страны и с честью выполнили свой воинский долг. Мы благодарны вам за ваш подвиг, который не имеет срока давности. Сегодня, сохраняя верность воинскому братству, вы активно участвуете в жизни нашего региона и страны. Ведете большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Оказывайте поддержку участникам специальной военной операции, которые защищают безопасность и суверенитет России».